Сам проект стартовал в 2016 году. Сочи и Краснодар вошли в него в 2017. В каждом городе проходят матчи между школьными командами. Участвуют и мальчики, и девочки. Представительницы слабого пола, хоть и не такие частые гости на стадионе, но пенальти били с завидным азартом. Несмотря на несомненное желание каждой сборной победить, проигравших в проекте нет. Каждый участник получил подарочную карту от спортивного магазина. А еще всем командам вручили сертификаты на приобретение экипировки.